Была история с одной моей больной, которой главархив спас жизнь буквально в прямом смысле этого слова. Так. Девочка, болезнь крови, требовалась пересадка костного мозга. Ей не нашли доноров нигде. Это был редкий случай, когда не подходит ни мама, ни папа, ни сестра, вообще никто. И тут бабушка этой девочки сказала, что у нее была сестра. Открывает семейную тайну, что сестра была, когда они были на оккупированных фашистской Германией территории, была угнана в Германию. Сестра из Германии никогда не вернулась. Но по каким-то там сведениям до них дошли отголоски, что она жива, там вышла замуж за немца и не хочет возвращаться. Ну, понятно, почему не писала, потому что боялась, что она... Да. А в полном отчаянии родители этой девочки обратились в архив за поиском этой родственницы. И ее нашли. Значит, нашли имя, фамилия этой родственницы. Нашли, что да, действительно, там по каким-то документам она попала в какой-то транспорт, значит, в эту, как Германию. Связались уже с немецким архивом, который нашел эту женщину, девочку-подростка тогда, нашел как бы вот эту Бауэр-фамилию, то есть это семейство немцев, которое ее как бы взяло к себе работницей, и она потом вышла замуж за сына этих людей, стала немкой, поменяла абсолютно все. Но она уже скончалась, да? Но у нее есть сын, дочь, внуки, и вот есть все, обратились к этим людям уже наши врачи. Люди сказали, что да, конечно, мы с удовольствием поможем, мы хотели бы познакомиться с нашими вот родственниками, потому что в нас течет русская кровь. Сделали пересадку, все хорошо, девочка здорова, но мама мне рассказала, что когда они прилетели в Германию, и когда они стали спускаться с трапа, она увидела бабушку свою, которая стояла, значит, там где-то на встрече, но просто у бабушки была другая прическа, бабушка была фрау, значит, все это, но это была бабушка, которая не владела русским, понимаете, да? Вот и как бы они ни обратились в этот архив, а архив проявил невероятное сострадание, обратившись к коллегам в Германии, поняв, что, ну, девочка, ну, да? Вопрос жизни и смерти, вот да. Девочка жива, а вот понимаете, да, вот как интересно, в голову не придет, что такое может быть. Да, жизнь дает нам сюжеты. Мы после рекламы продолжим разговор о работе глав архива. Это программа «Мой район».